Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы, подписчицы и зрительницы канала. Меня зовут Елена Ермина, и я рада вас приветствовать на своем канале. У вас, наверное, в процессе рукоделия, так же как у меня, накапливается огромное количество остатков пряжи. И я для вас нашла отличную идею, каким образом применить вот эти все маленькие моточки для того, чтобы они у вас не лежали, не накапливались, не аккумулировались. И сейчас я вам покажу потрясающую идею, каким образом можно их использовать. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь и включите колокольчик на все виды оповещения. Я думаю, на моем канале будет вам интересно. Так как я практически каждый день снимаю для вас обучающие мастер-классы, видеоуроки по вязанию крючком и спицами. Сегодня мы с вами разберем, каким образом вяжется основной узор кофточки топа. Данную модель кофточки можно связать с удлиненным рукавом и также в виде топа с укороченным либо без рукава. Все схемы вязания я, как всегда, размещу в конце видео. Мы сегодня будем с вами вязать основной узор кофточки тела топа. А как вязать кокетку, вы можете посмотреть схему который имеется в конце видео. То есть все материалы для вязания я вам предоставила. Смотрите видео до конца, можете сделать скриншот с экрана и распечатать схемы и вязать вместе со мной по схемам и по видео уроку. Если не, вы не любите горизонтальные полосы, то в данном случае узор можно связать и расположить полоски вертикально. Таким образом у вас будет зрительно удлиняться силуэт и зрительно уменьшить фигуру. Вязать узор я буду вот по этой схеме. Данный узор вяжется прямыми и обратными рядами, а также по кругу. Каким образом вязать узор по кругу, здесь вот все четко показано вот на этой схеме. Место соединения, место перехода от одного ряда к другому. Раппорт узора состоит из 10 петель для образца мы набираем 30 воздушных петелек. И я также вам в процессе вязания покажу, как определить раппорт и как он рассчитывается. Рядости сразу же давайте с вами посмотрим на схеме. Значит, смотрите, вот эти волны, там, где у нас указаны на схеме столбики с одним накидом, либо с двумя накидами, это вы будете вязать уже как вам удобно, в зависимости от того, какая у вас толщина нити, они вяжутся нитью цветного из цветной пряжи можно подобрать несколько цветов либо можно вязать одним цветом либо от 4 и более а там где вот у нас на схеме показаны галочки вот этих два ряда вы вяжете нитью одного цвета Например, светлого. Это может быть белый, молочный, контрастный цвет, однотонный. Лучше выбирать какой-нибудь такой нежный пастельный цвет, для того, чтобы у вас было красиво получились вот эти переходы. Значит, волна вяжется цветной нитью, а два ряда между столбиками с одним накидом между волнами вяжутся нитью светлого цвета. Вязать образец я буду из пряжи кружевная, торговая марка пехорка Это пряжа для ручного вязания. 100% акрил, 50 грамм, 280 метров. Производитель рекомендует спицы 2,5-3. Я буду вязать крючком Clover Soft Touch номер 2. Для образца, который я буду вязать прямыми и обратными рядами, набираю 30 воздушных петелек. Для удобства вязания я набираю на одну-две петельки всегда больше. И приступаем к вязанию первого ряда. Одна воздушная петелька подъема и от конца цепочки во вторую петельку провязываю один столбик без накида вот этот первый столбик без накида он у нас будет являться началом одного рапорта первого рапорта провязываю 2 воздушных петельки пропускаю 4 воздушных петельки цепочки 1 2 3 4 и в пятую петельку цепочки провязываю один столбик с одним накидом Три воздушных петельки. Раз, два, три. В эту же пятую петельку цепочки провязываем еще один столбик с одним накидом. Связали элемент, который называется галочка. Галочка это два столбика с одним накидом и между столбиками воздушные петельки. В нашем случае три воздушных петельки. Две воздушных петельки. Пропускаю 1, 2, 3, 4 петельки. В пятую петельку провязываю 1 столбик без накида. Связали один раппорт узора. Раппорт у нас состоит из 10 петель. Начало раппорта 1 столбик первый без накида, далее 2 воздушных петельки столбик. 2 столбика с одним накидом между ними 3 воздушных петельки 2 воздушных петельки то есть вот этот следующий столбик без накида это начало уже второго раппорта в основу раппорта входят вот эти элементы которые я назвала 10 петель давайте посчитаем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и вот здесь вот 10 петелька перед столбиком следующим без накида это один рапорт далее мы вяжем до конца ряда все время повторяя вот этот первый рапорт провязали столбик без накида 2 воздушных петельки пропускаю 1 2 3 4 петельки цепочки в основании 5 петельки мы вяжем с вами галочку галочка это у нас один столбик с одним накидом 3 воздушных петельки и в эту же пятую петельку провязываем второй по счету столбик с одним накидом связали галочку 2 воздушных петельки пропускаю 1 2 3 4 петельки здесь у нас вот на четвертой петельке заканчивается второй рапорт в пятую петельку я провязываю столбик без накида вот этот столбик без накида, это у нас начало по счету третьего рапорта. То есть рапорт у нас начинается от столбика без накида. Две воздушных петельки отсчитываю. Раз, два, три, четыре петельки в пятую петельку провязываю галочку. Для этого мы вяжем один столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки и в эту же петельку провязываем еще один столбик с одним накидом 2 воздушных петельки отсчитываю 1 2 3 4 петельки и в пятую петельку провязываю один столбик без накида все связали с вами раппорт Давайте посчитаем, сколько у нас получилось рапортов. Для удобства мы будем считать галочки, так как они составляют и входят в основу рапорта. У нас связано с вами раз галочка, два, три. То есть всего три рапорта. И набирали мы с вами 30 воздушных петель. Рапорт 10 петель. Присоединила нить другого цвета. В данном случае у меня будет нежно-розовый цвет. И продолжаем вязать. Будем вязать с вами узор. Я его называю волна. Это у нас будет второй ряд узора. Для перехода ко второму ряду провязываю 2 петельки подъема. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. И варочку цепочки из двух петелек мы будем с вами провязывать 2 полустолбика одним накидом накид на крючок ввожу за цепочку вытягиваю рабочую нить на крючке 3 петельки все три петельки соединяю вместе при помощи рабочей нити в одну далее в вершину столбика с одним накидом вяжем один столбик с одним накидом в арочку цепочки из трех петель провязываем Пять столбиков с одним накидом. Раз столбик. Два, три, четыре, пять. Связали пять столбиков с одним накидом вершину столбика с одним накидом провязываю один столбик с одним накидом В арочку цепочки из двух петель провязываем два полустолбика с одним накидом. Все связали с вами. элемент это у нас один раппорт узора. давайте еще поближе вам покажу, Здесь у нас варочку цепочки связаны два полустолбика с одним накидом. В вершину столбика 1 столбик с одним накидом. Варочку цепочки из трех петель мы провязали 5 столбиков с одним накидом. В вершину столбика с одним накидом провязали один столбик с одним накидом. И варочку цепочки из двух петель провязали 2 полустолбика с одним накидом. Всего у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 столбиков. И таким же образом мы с вами вяжем следующий раппорт это будет у нас по счету второй. Варочку цепочки из двух петель мы провязываем 2 полустолбика с одним накидом. В вершину столбика с одним накидом вяжем 1 столбик с одним накидом. Варочку цепочки из трех петель вяжем 5 столбиков с одним накидом. Раз. Два, три, четыре, пять. Вершину столбика с одним накидом привязываем один столбик с одним накидом. Варочку цепочки из двух петель провязываем два полустолбика с одним накидом все связали второй рапорт и продолжаем вязать таким же образом третий рапорт варочку цепочки вяжем 2 полустолбика с одним накидом вершину столбика с одним накидом вяжем один столбик с одним накидом парочку цепочки из трех петель вяжем 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 вершину столбика с одним накидом Провязываем один столбик с одним накидом. Варочку цепочки из двух петель. Провязываем два полустолбика с одним накидом. И для спрямления рядом края провязываю вершину столбика без накида, один полустолбик с одним накидом. Все, связали мы с вами три рапорта. Раз, два, три. Вяжем прямыми обратными рядами, а узор по кругу вяжется еще проще. Места соединения на схеме указаны вот такими яркими черными точками. Поближе покажу вот эти черные точки. Это места соединения ряда и также начало вязания следующего ряда. Я думаю, здесь несложно будет вам разобраться. Посмотрите. Здесь также на схеме указано, если присмотреться, номера рядов. Циф Циферками первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Далее продолжаем вязать узор нитью цвета, который мы вязали первый ряд узора. Вот у нас первый ряд. Продолжаем вязать третий ряд вот этим цветом. Я для того, чтобы не обрывать нить, так как я вяжу прямыми обратными рядами, буду вязать тоже пряжи бежевого цвета, но уже в другом тоне. Давайте вот эту нить, которую мы будем вязать первый, Третий и четвертый ряд это у нас будет основная рабочая нить. А те ряды, где будут у нас вязаться волны, это будут у нас вспомогательные нити. Так как я вяжу прямыми обратными рядами, то немножко свяжу не по схеме. Набираю цепочку из трех воздушных петелек. Разворачиваю вязание на другую сторону и в вершину столбика с одним накидом вот пропускаем полустолбики с одним накидом в вершину столбика с одним накидом провязываю один столбик с одним накидом 4 воздушных петельки 1 2 3 4 пропускаю 2 столбика с одним накидом в следующий столбик провязываю 1 столбик без накида набираю 4 воздушные петельки 1 2 3 4 пропускаю два столбика с одним накидом 1 2 и в крайний столбик с одним накидом слева провязываю 1 полустолбик с одним накидом Далее у меня две петельки на крючке остается. Пропускаю в следующем рапорте во втором два полустолбика с одним накидом. Вершину столбика с одним накидом провязываю один полустолбик с одним накидом. У меня на крючке три петельки, соединяю их при помощи рабочей нити в одну. Это первый способ вязания. Можно еще связать просто, значит, вершину столбика с одним накидом. Вяжем один столбик с одним накидом и вершину столбика с одним накидом второго раппорта тоже провязываем один столбик с одним накидом. Вот таким образом еще можно связать. Давайте так оставим. Раз, два, 4 воздушных петельки пропускаю 2 столбика с одним накидом и в вершину следующего столбика 3 провязываем так и даже не 3 получается а вот 1 2 3 4 4 столбик провязываем 1 столбик без накида 1 2 3 4 воздушные петельки пропускаю 2 столбика и в крайний столбик с одним накидом это у нас получается Слева провязываю один полустолбик с одним накидом. Вершину столбика с одним накидом третьего рапорта. Вот у нас вот этот столбик с одним накидом. В него я провязываю один полустолбик с одним накидом. У меня на крючке три петельки, соединяя их вместе. Таким образом, мы связали два столбика с одним накидом с общей вершиной. Раз, два, три, четыре воздушных петельки. Пропускаю раз, два, вершину следующего столбика. Это у нас по счету будет четвертый. Давайте проверим. Раз, два, три, четыре. Четвертый столбик с одним накидом. В него мы провязали один столбик без накида. Раз, два, три, четыре воздушных петельки. Пропускаем два столбика и вершину столбика с одним накидом крайний. Слева провязываем один полустолбик с одним накидом. Для того, чтобы спрямить ряд, я провязываю вершину полустолбика. Один полустолбик с одним накидом. Все, связали мы с вами уже три ряда узора. Приступаем к вязанию четвертого ряда. Я его вяжу тоже не совсем по схеме. Раз, два, три, четыре воздушные петельки подъема. Разворачиваю вязание на другую сторону. И опять же, мы вяжем нитью рабочие Не меняем цвет пряжи. И здесь я провязываю еще одну воздушную петельку. И вершину столбиков, в котором мы вязали вместе, вяжем один столбик с одним накидом у нас получилась вот такая галочка две воздушных петельки вершину столбика без накида провязываем один столбик без накида две воздушных петельки вершину столбиков с одним накидом которые мы были связаны с общей вершиной провязываем галочку галочка это у нас один столбик с одним накидом три воздушных петельки раз два три и в эту же вершину мы провязываем еще один столбик с одним накидом две воздушных петельки раз два вершину столбика без накида провязываем один столбик без накида две воздушных петельки Вместо соединения столбиков мы провязываем с вами галочку. Столбик с одним накидом, три воздушных петельки. И в эту же вершину столбиков провязываем еще один столбик с одним накидом, две воздушных петельки вершину столбика без накида провязываем один столбик без накида 2 воздушных петельки вместо соединения столбиков в конце ряда провязываю один столбик с одним накидом далее вяжем одну воздушную петельку можно 2 и в эту же вершину провязываем еще один столбик с одним накидом все связали мы с вами 4 ряда узора. И сейчас мы будем повторять вязать волну, только она у нас будет располагаться в шахматном порядке. Цвет пряжи. Здесь у меня будет цвет фиолетовый. И продолжаем вязать с вами узор. Выбираю 3 петельки подъема разворачиваю вязание на другую сторону и сейчас мы будем с вами вязать волну в арочку цепочки из двух петелек я провязываю один столбик с одним накидом в эту же арочку провязываю еще один столбик с одним накидом вершину столбика с одним накидом провязываю это у меня по счету будет четвертый столбик с одним накидом, с учетом трех петелек подъема. Варочку цепочки из двух петель провязываем 2 полустолбика с одним накидом и продолжаем вязать следующий раппорт. Варочку цепочки из двух петель провязываем два полустолбика с одним накидом. вершину столбика с одним накидом провязываем один столбик с одним накидом в арочку цепочки из трех петель провязываем 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5. вершину столбика с одним накидом провязываем один столбик с одним накидом парочку цепочки из двух петель провязываем 2 полустолбика с одним накидом все связали раппорт и приступаем к вязанию следующего рапорта парочку цепочки из двух петель вяжем два полустолбика с одним накидом Вершину столбика вяжем один столбик с одним накидом. В арочку цепочки из трех петель вяжем пять столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять. вершину столбика вяжем один столбик с одним накидом. В арочку цепочки из двух петель провязываем два полустолбика с одним накидом. Все, связали с вами еще один раппорт. У нас здесь получается волна фиолетового цвета. Она расположена по отношению к волне розового цвета в шахматном порядке. заканчиваем вязать ряд парочку цепочки из двух петель провязываю 2 полустолбика с одним накидом в вершину столбика с одним накидом вяжем один столбик с одним накидом и здесь варочку цепочки там у нас была одна воздушная петелька вяжем 2 столбика с одним накидом в итоге у нас получается в конце ряда я связала раз два три 4 5 так раз два три 4 5 до да, 5 столбиков закончили с вами вязать пятый ряд и сейчас мы будем вязать нитью рабочей нитью это у нас будет вот этот светлый цвет пряжи вязать будем еще два ряда для того чтобы закончить вязать рапорт высоту здесь у нас получается высота рапорта будет по седьмой ряд включительно то есть 7 рядов Приступаем к вязанию шестого ряда я присоединила основную рабочую нить которая вязала первый ряд узора Этой же нитью мы вяжем третий, четвертый ряд узоров и шестой и седьмой. Одна воздушная петелька подъема, разворачиваю вязание на другую сторону и вершину столбика с одним накидом, провязываю одну, один столбик без накида. Набираю цепочку. Раз, два, три, четыре. Воздушных петельки, в вершину столбика с одним накидом провязываю один полустолбик с одним накидом, вершину столбика с одним накидом уже следующего раппорта провязываем один полустолбик с одним накидом. 3 петельки на крючке соединяю вместе при помощи рабочей нити. Раз, два, три, 4 воздушных петельки пропускаю 2 столбика с одним накидом, вершину следующего. Провязываю один столбик без накида. Раз, два, три, четыре воздушные петельки. Пропускаю два столбика с одним накидом вершину следующего столбика. Провязываю один полустолбик с одним накидом. Далее в вершину столбика с одним накидом следующего раппорта провязываем еще один полустолбик с одним накидом. Три петельки на крючке соединяю вместе при помощи рабочей нити. Раз, два. 3 4 воздушных петельки пропускаю 2 столбика с одним накидом вершину следующего вяжем 1 столбик без накида 1 2 3 4 воздушных петельки вершину столбика то есть пропускаю 2 столбика вершину третьего вяжем 1 полустолбик с одним накидом пропускаем вот здесь у нас 4 полустолбика с одним накидом а в вершину столбика с одним накидом вяжем один полустолбик с одним накидом соединяем вот эти полустолбики вместе то есть у нас связан два столбика с одним накидом с общей вершины раз два три четыре воздушных петельки и здесь у нас получается петелька подъема была в самую крайнюю петельку то есть после вот столбика с одним накидом это у нас получается Третье по счету провязываю один столбик без накида. Связали мы с вами шестой ряд. Приступаем к вязанию седьмого ряда. Это у нас будет крайний ряд рапорта. Так вот, мы его будем вязать по принципу вязания первого ряда. То есть седьмой ряд это повторение первого ряда. И сейчас я вам покажу, каким образом его связать. Одна воздушная петелька подъема, разворачиваю вязание на другую сторону и вершину столбика без накида провязываем один столбик без накида. Вяжем этот ряд, седьмой ряд тоже рабочей нитью светлого цвета. Две воздушных петельки. Теперь вместо соединения столбиков которые мы взяли с общей вершиной, вяжем галочку. Галочка это у нас один столбик с одним накидом. Три воздушных петельки. И в эту же вершину вместо соединения столбиков вяжем второй столбик с одним накидом. Вот связали галочку. Две воздушных петельки. Раз, два. Вершину столбика без накида вяжем один столбик без накида. Две воздушных петельки вместо соединения столбиков вяжем галочку галочку у нас состоит из одного столбика с одним накидом 3 воздушных петельки и в эту же вершину место соединения столбиков вяжем второй по счету столбик с одним накидом связали еще одну галочку 2 воздушных петельки вершину столбика без накида вяжем один столбик без накида 2 воздушных петельки вместо соединения столбиков вяжем галочку 1 столбик с одним накидом 3 воздушных петельки в эту же вершину вяжем еще один столбик с одним накидом 2 воздушных петельки и заканчиваем вязать ряд провязываю вершину столбика без накида один столбик без накида все связали с вами раппорт у нас получилось 7 рядов Здесь получается первый, далее третий и четвертый, шестой и седьмой ряд, они вяжутся нитью, рабочей нитью светлого цвета. А вот эти волны, они вяжутся нитью другого цвета, контрастного. Либо вы можете здесь использовать вязание нескольких, несколько цветов. И у вас тогда получится более интересный, более радужный узор. Кофточку можно связать в любом цветовом решении. И от того, каким образом вы подберете цвета, у вас каждый раз получится новая кофточка, более интересная. В данную модель кофточки можно связать ребенку девушке, женщине, то есть независимо от возраста она будет прекрасно смотреться. Полоски можно расположить вот горизонтально, либо вертикально. А потом уже приступить к вязанию узора кокетки. Схему, как вязать кокетку, я с вами с удовольствием поделюсь ею и разместила ее в конце видео. Вот так будет смотреться узор если его расположить вертикально, таким образом он будет удлинять силуэт и уменьшать фигуру, более, сделать ее более стройной визуально, конечно же. И вот таким образом смотрится узор горизонтально. Это лицевая сторона узора. И вот таким образом выглядит изнаночная сторона узора. Если вы будете вязать узор по кругу, то он будет смотреться гораздо симпатичнее и интереснее. Таким образом вы можете использовать все свои остаточки пряжи. Все они уйдут в дело и не будут лежать без пользы. Я надеюсь, вам мастер-класс понравился, был понятен, полезен. И сейчас давайте еще раз рассмотрим Узор и каким образом распределить рапорты. Смотрите, рапорт у нас состоит из 10 петель. Набирали мы цепочку из 30 воздушных петелек. Начало раппорта первый столбик без накида. Заканчивается раппорт петелькой перед следующим столбиком без накида. Вот основа раппорта 10 петель. Лучше считать для удобства галочки раз галочка 2 3 то есть три рапорта мы с вами связали высоту рапорт состоит из 1 2 3 4 5 6 6 рядов седьмой ряд мы вязали с вами по принципу вязания первого ряда а так основа вы рапорта с 1 по шестой ряд для того чтобы вам дальше продолжить вязание вы перематываете видео на начало вязания второго ряда, где мы с вами вязали волну розового цвета, и продолжаете вязать со второго по седьмой ряд включительно. Вот этот раппорт со второго по седьмой ряд вы все время повторяете и вяжете до тех пор, до нужной длины, то есть до высоты, до уровня проймы, и там можно уже начинать вязать кокетку уже вторым узором. Данная модель кофточки мне понравилась. Я, может быть, даже ее тоже для себя связала. Может быть, даже связала с рукавом небольшим. Изменила бы модель кофточки, так как в моем возрасте уже как бы я уже не ношу с открытыми плечами вещи. И немножко бы изменила модель кофточки, и тем самым бы скрыла полноту рук. Данную модель кофточки я себе тоже возьму на заметку. Возможно, когда-нибудь ее свяжу. Может быть, даже вместе с вами на моем канале. Организую подробный обучающий мастер-класс. А на этом мы с вами закончим видеоурок. Я с вами не прощаюсь. Встретимся с вами, возможно, завтра на моем канале. С вами была Елена Ермина. Не забывайте ставить пальчики вверх, вам не трудно, а мне очень приятно. И подписывайтесь на мой канал и посмотрите, включен у вас колокольчик на оповещение, либо нет. Всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.